Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня великолепное настроение, потому что от одного из моих друзей мне прилетел подарочек. Антонио ФР, спасибо тебе большое за то, что поддерживаешь меня. Друзья мои, мы ни о чем не договорились, я не знаю, что там, и сейчас вместе с вами откроем подарок и посмотрим, что Антонио мне прислал. Что бы там ни лежало, в любом случае у меня великолепное настроение, потому что я такие подарки воспринимаю в первую очередь не за ценность в голде или в реальных деньгах, а просто как проявление внимания, знак внимания, и мне это крайне-крайне приятно. Спасибо большое, ребят, всем, кто присылает мне подарочки. Ну что, открываем, смотрим, что там. Держу пальцы крестиком, хочется чего-нибудь прикольного, интересного и поднимающего настроение. Круто! Реально очень круто, Антонио, спасибо тебе большое. 2500 голды, 14 дней према, 50 бустеров золота, которые даже если прям совсем плохо играть, то в любом случае я получу своих... 500 голды, а если играть 50-50, то получу 750 золотом. Это действительно очень круто, таким образом получается, что я в любом случае был сейчас одарен более чем 3000 золота, огромное спасибо. Плюс к тому есть 3 контейнера, собери их все. Есть еще 50 звоночков, но, к сожалению, мне их ни на что не хватит. Но зато, ребят, здесь еще есть киткоины, я сейчас пытаюсь фиксера выкачать, это крайне приятно. Ну а что касается контейнеров, собери их всем, то понятное дело, что сейчас мы их откроем. У меня есть 3 конта, собери их все. А что касается талисманов золота, то, к сожалению, не хватит нам для того, чтобы собрать 7 талисманов, будет 6. Была возможность приобрести за 500 голды 2 конта, но, к сожалению, я этой возможностью не воспользовался, а зря. Ну что, открываем, собери их все. Для тех, кто не знает, для тех, кто недавно на канале, за 9 лет из платных контейнеров, а контейнер собери их все относится к платным контейнерам в нашей игре, мне выпала всего одна машина. И мне бы очень сильно хотелось, чтобы это изменило. Я не знаю, каким образом можно это как-то там донести на энергетическом уровне разработчикам, но надеюсь, что когда-нибудь меня услышат и что-нибудь с этим сделают, потому что за 9 лет один танк из платных контов — это реально издевательство. Ну что, открываем, смотрим, что оттуда выпадает. Я, честно говоря, не сильно рассчитываю на то, что будет машина. Ну, просто потому что знаю уровень своего везения. Открываем второй конт. Мне бы хотя бы голдишки, вот серьезно. Я уже настолько привык к тому, что машины оттуда не падают, что в целом уже хотя бы голде был бы очень сильно рад. Бог с ней, с машиной. Нет, ребят, к сожалению, ничего не получилось, ничего мы оттуда не взяли. Есть возможность открыть контейнер, даже 3 контейнера за полторушку, но не вижу в этом никакого смысла, потому что я верну себе 1000, при этом потрачу 1500. И знаю на 100%, что машина мне оттуда не упадет. Не падают мне машины, ребят, из контейнеров, именно поэтому я всегда говорю... Если вы имеете денежку или вы имеете голдишку, и вы думаете, что вам приобрести, вам приобрести контейнеры или вам приобрести машину какую-нибудь стоящую на продаже, однозначно останавливайтесь на машине, потому что в таком случае вы четко понимаете, что вы себе купите. Ну, допустим, 3 контейнера, собери их все, ребят, или взять того же самого Черчилля за 1500. Лучше берите Черчилля. Но это мой опыт, ребят, поделитесь своим опытом открытия контейнеров у себя вот там вот внизу в комментариях под этим видео. А еще, друзья мои, обязательно подписывайтесь на канал, если вы за честные обзоры, за честного автора и хотите знать новости первыми. Ну и, ребят, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Я стараюсь ради вас и побежал снимать следующее видео. Желаю вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!